Мониторинг проходил в течение сентября. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов. Главный вывод проверки – существенных проблем с организацией горячего питания в школах нет. Деньги с федерального бюджета на эти цели поступили в регионы в полном объеме.